Заповедник Желуденок. Это место является диким краем, нетронутым человеком. Тут много рыбы в пруду. Потрясающие пейзажи. В нем хранится последний желуденок, который внесен в Красную книгу. Там, на озерах, будут оборудованы туалеты. Вчера, проходя по своему любимому лесу, я увидел илососущую машину. Я позвонил своему двоюродному брату-губернатору и узнал, что илососущая машина будет отсасывать озеро. Я против, потому что на озере живут замечательные уточки, которых я люблю. Скотины, сволочи, расстрелять, к стенке всех, всех расстрелять!